Я буду выступать по-русски. То, что сегодня было названо воссоединением Крыма, в международном праве называется оккупация, аннексия в результате агрессии. Точка. Мы об этом еще будем говорить. То, что было сказано о гуманитарных конвоях, это есть вызов международному праву, который определяет порядок поставок гуманитарной помощи в другую страну. Сегодняшним заявлением еще раз было российской стороной размазано, растоптано международное право. У них есть свое право, и они видят, как им пользоваться. Что касается Конституции, вот то, чего мы, то, что мы отвергаем, и что, во что Россия пытается постоянно вмешаться, это указывает нам, как мы должны развиваться, какой конституционный строй наш должен быть, какой должна быть следующая Конституция. Обо всем этом было четко и сказано всему нашему народу. В отношении восточных регионов, да и не только. Было сказано, идет работа о том, что будет децентрализация с увеличением полномочий органов власти. Поэтому еще раз прошу, по крайней мере в этом зале, не вмешивайтесь в наши дела. Мы сами решим, как жить, что строить и как найти диалог со своими собственными людьми. Спасибо, господин председатель. Украина. Благодарю представителя Украины.